вот, друзья, вот такая у нас погодка. Как обещали, шквалистый ветер. Но, правда, без дождя. С дождем это выглядит еще ужаснее. Видите, всю ночь я просыпалась от того, что у нас ходуном жалюзи ходили, ставни вот эти. Ой, да. Нам бы за хлебом сходить. Ну, видите, стул перевернутый, швабра, ведро. Ночью, всю ночь катались. Надо было их занести. Но ночью еще сильнее дождь был. Сейчас еще более-менее. Так что сидим дома сегодня. Привет! Собрался? Молодец! Это я, кричит! Это я! Молодец! Молодец, молодец! Ой, ой! Ты куда? Под ноги лезешь! Давай, открывай. Молодец. Ой, извини. О, какая погода. Поймешь эту погоду. Кто, да? Кто потухнет, кто погаснет. Кто потухнет, кто погаснет. Ты? Давай. Оп. Молодец, мужчина. Открывай дверь. Такой самостоятельный он у нас. Да, везде все успевает. Луна! Ай, луна! 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 Осман! Да. Всем привет! А вот сейчас нас начнут долбать, вай-вай! Кыш, 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 кыш! Всем привет, дорогие друзья! Привет, привет! Осман! Осман, тихонько. Привет, скажи друзьям. Привет, привет. Всех приветствуем на нашем канале. Меня зовут Гульнас. Это мой сыночек Осман. Это моя соседка Джансурат Абла. Привет. Мы сегодня направились в магазин Метро. Все-таки хотим добить вопрос роллов. Очень хочется роллы, друзья, но они такие дорогие в Турции. Вот, решили сами попробовать. Ну, хочется, да, тоже научиться, да, ведь? Да, соус есть, главное, соус есть. Вот, попробуем приготовить, если опять, конечно же, найдем красную рыбку. Да, и поделимся обязательно с вами рецептом. Да. Османчик, опа, тихонько, давай коляску я повезу. Опа, тихонько, ты, да? Давай, ты. Сам, давай, сам. Сегодня замечательная погода. С утра до обеда был сильный ветер штормовой. Чужую потом находишь проблемы. Штормовой ветер был, да, порывистый ветер до 25 метров в секунду. Сейчас вот опять немножко ветер поднялся, но к вечеру обещали, что он стихнет. Вот, температура 16 градусов тепла. Сегодня у нас 10 февраля, да, у нас, да, 10 февраля. Османчик бежит. Поедем, поужасаемся над ценами. Все очень сильно подорожало. В Турции слышали, наверное. Осман, машина. Шрифчик. Опа. Оп. Тоже надо. Стой. Упал чуть-чуть. Машина, машина. Машина. Осман упал. Вот так. В общем, Осман увидел барашек и смотрит. Барашки, барашки, говорит, висят. Ну что, смотрим мы здесь выбор мяса. Вот по 97 контрафуар. Кюрек, кюрек. Что-то все такие красные, просто их не повыпустили, что ли, я не мог понять. Или умерли не своей смерти. Не своей смерти, да? Ну, цены заоблачные, да? 220. Тут надо читать, вот транч, транч, где здесь транч? Тут, короче, этот, все перепутали. Османчик, осторожнее. Да. Что тут только нету, смотрите. Еще не знаю. Ножки даже продают. Вот по 35 лир. Одни кости. Вот, да. Берет, да, одни кости. Ну, ну да, берут, а как, куда деваться?
Для бульона? Кабурга. Все в ход идет, короче. Ну вот это я купила за 100 с чем-то, но не 140. Помнишь, это два кусочка я тоже взяла. Такой интересный. Правда, первый бульон я вылила, а второй варила. Какой-то фиолетовый цвет принял, вообще непонятно, да? Ничего не поняла. А эту пенку собрали? Конечно. Вообще ничего не поняла. Все дорого, все дорого. 77. По 180 бонфле. В общем, остается взять только фарш, да? Все, на обратном пути Осман опять зацепил горку. Упадешь, так не делаем. Спускайся. Вау, тихонько. Что, уборкой занялся? Да. Убираешься? Да. Да, вот намусорили, скажи, да? Мумыха. Да, мусор надо собирать. Молодец, Осман. Ты молодец. Спасибо, Осман. Спасибо. Спасибо. Вот такой у меня помощничек. Увидел мусор, пыль на плитке. Достал метлу и начал мести. Пой песенку-то. Ну все, все убрал, по-моему, да? А там тоже есть, да? Эй, осторожней. Смотри, чтобы на тебя не упало. Ну все, везде убрался. Спасибо. Спасибо. Вот, вернулись домой ни с чем. Не смогли мы купить листья нори. Они бывают в метро периодически, но... О, привет, иди сюда. Но нам не везет. Мы приходим, а листья нори нету. И также не было имбиря маринованного, готового уже, да? Был только этот васаби готовый. Привет, привет. Скажи пока, пока. Так что сходили ни с чем. Вот, а тут еще новость о том, что перестанут продлевать вид на жительство, выдавать вид на жительство. Шумиха такая была, что я 2 дня ходила в общем, опустила голову, думаю, что делать. А потом я почитала сам документ, перевела его как могла. Это внутреннее распоряжение такое в миграционной службе, что если у вас есть вид на жительство, и если вы отсутствуете более 90 дней в году, то есть коммет дается на год, да, кому-то на 2 года, вот если в год более 90 дней вы отсутствуете, вам не будут продлевать больше вид на жительство, туристически имеется в виду. То есть подразумевается, раз вы приехали сюда с целью туризма, то вы должны кататься по стране, изучать достопримечательности, да, изучать культуру страны, вот. Поэтому я успокоилась. Вот, шумиха была, да, не знаю, что люди там
просто стращали, что все, не будут выдавать и продлевать вид на жительство. В общем, друзья, все нормально. Те, может быть, те, которые тоже столкнулись с такой ситуацией, переживали. Нет, с 10 февраля вот начинается вот этот контроль, что если больше 90 дней отсутствовали, до свидания. Больше продлевать не будут. Османчик, ну что, давай пока-пока скажем. Османчик. Что, мы купили только красную рыбку, но думаем, пусть лежит в упаковке 250 грамм. За 43 лиры взяли. Ну а что делать? Получается, она килограмм где-то за 170 лир, если перерасчет взять, да, филе уже нарезанное, подсоленное, соленое, в то время как стейки стоили 200, а филе 260 в рыбном отделе, то есть сама рыба. Будем искать. Вчера пришла домой, сейчас почитала, что вот в Чарларсое есть листья нори всегда, причем завтра пойдем на море и по пути зайдем в этот магазин, может быть, этот магазин действительно есть. Ну что, пока-пока друзьям скажем. Османчик, беги сюда. Пока. Беги сюда. Нет. О, копыта нет. Пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.